Как мы можем быть счастливыми? Психологам часто задают этот вопрос. Как человек может в личной жизни и в общем быть счастливым, и что нужно для этого делать? Я верю, что ответ на этот вопрос интересует многих. В Псалме 33:9 написано: «Вкусите и увидите, как благ Господь! Счастлив тот, кто нашел прибежище в Нем!» Иисус стоит пред тобой с распростертыми объятиями и говорит: «Я могу сделать тебя счастливым, если ты придешь и примешь мое прибежище». Он может простить твои грехи и даровать вечную жизнь. Он хочет быть защитником, спасителем, целителем, советником и помощником в твоих нуждах. Приди к Нему и доверься Ему, и ты увидишь разницу.